Алоха, дорогие зрители, с вами Вилич. Сегодня мы будем разговаривать, я буду играть в Pro Evolution Soccer 2013. Я вам немножко расскажу об этом матче, если кто не видел. Ну и посмотрим тут же аналогичную игру, как я играю. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим. Так. Давайте на профессионале, просто время немножко отключу. Ну и все, в принципе. Давайте, если что, сразу включим. Что вам можно рассказать, в принципе, про этот матч? Если вы не видели этот матч, то, к сожалению, ну, вы потеряли многое. Так как первый тайм был великолепен, просто эта игра была... Ну, муа, можно сказать. Просто, ну, понимаете, ну... Просто было приятно смотреть. Но после того, как что-то во втором тайме получилось так, что удаление Нани... Да, я вот хочу признаться, Игорь, вот я вот работаю, да, ну, в мои 16 лет, конечно, но уже работаю, ну, это не, ну, не удивительно. Ну, и вот, в принципе, я работаю судьей. Да, работа, конечно, не самая наилучшая, у тебя половина теперь, я живу в Омске, половина теперь в Омске меня ненавидит, там, родители, может, дети, ну, это не важно. Ну, и, в общем, в чем суть? Ну, если ты хорошо, конечно, судишь, то, конечно, тебя кто бы ненавидел. Ну и вот. И умудрился, короче, этот судья, турок, удалить Нани. Хотя, я, если честно, вот я бы не дал. Вот я правда вам говорю, вот. Просто, ну, за это не дают красную карточку, тем более в таком матче. Мне тут друг говорит, что, ну, какой матч? Все матчи одинаковы, как бы. Я говорю, ну, понимаешь, просто, ну, это не простой матч, все же. Ну и, в общем, удаление, Манчестер Юнайтед 1-0, думал, они, может, там будут держаться, но, к сожалению, за 3 минуты умудрился Реал Мадрид забить 2 гола, и все. И игра просто, вот, не знаю, как-то утухла. Безусловно, Манчестер Юнайтед просил своих болельщиков там подбадривать, там все такое, все было, конечно, великолепно. Но... Не знаю, не получилось, видимо. Такую вот остановку мы видим. Что ж, давайте начнем. Не буду вас ждать. Смотрите этот бред. Спрашивайте, почему нет вам перси. Я сам не знаю. Такой, видимо, пэс, но ничего. Начинаем, погнали. Что ж, играю я на профессионале, я уже показывал, но убрал немножко времени, чтобы это. Ну, чтобы долго не играть, в принципе. Ой, что можно сказать по этот матч-то такое? Ну, и, безусловно, было интересно. Вот состав, вот, который сейчас играет Реал Мадрида, вот такой состав и выходил. Ну, я тоже поменял весь состав, чтобы было... Ой, ошибка. Ну, чтобы было правдоподобно, как вот именно в матче было. Вот я такой состав выпустил. Ой, я не понимаю, почему выпустили Велбека. Это просто, не знаю, ошибка Фергюсона. Возможно, он подумал, что Велбек сможет отличиться дважды. Ну, точнее, в том смысле, то, что два раза подряд он в первом матче отличился, забив головой. И матч закончил, кстати, 1-1. Роналдо забил еще тогда. Ну, и Роналдо забил в прошлом. Который вот нынешний... Ой, опасный момент, Сколс! Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что игра была равна, но не играли два говна. Играли после два великих клуба. Королевский и вот нынешний вот. Ну, вот, я не... он просто... Манчестер Юнайтед, да? Ну... Конечно, я не спорю. В том же городе играет Манчестер Сити, это, безусловно, купленный куб, там все за деньги. Но я немножко, да, болею за них. Мне, в принципе, интересно, как играют звезды. И в том смысле, то, что Глор, то, что меня интересует. Ну, возможно, да, можно так меня и назвать. Возможно, меня интересует. Но меня интересуют не сами вот эти деньги, кто там куплено, а как играть будут ребята после этого, да, например. Ну и все. В принципе, МС идет на втором месте. Ну, конечно, большой отрыв от Манчестер Юнайтеда. Так. Хочу сказать, что Руни тоже не вышел в основном составе. Вышел в основном составе Ван Перси и Велбек. Да, конечно, я не ожидал такой выходки от Фергюсона. Ну, ладно. Он великий тренер. Ему можно все, я думаю. Что ж, давайте посмотрим. Хороший момент. Ой-ой-ой. В принципе, надежно играл Реал Мадрид в защите. Это просто, я не знаю, это эталон. Я не знаю, Бавария и Реал Мадрид. Вот если они вот встретятся, это будет просто две такие защиты, просто сумасшедшие. Я не знаю, но Реал Мадрид, по-моему, правда, сейчас вот прям клёво играет в защите. Особенно если у них вратарь.
Вратарь, как его зовут-то, я забыл даже. Ну, если честно, не вспомню сейчас, как его зовут. Если вспомню, безусловно, скажу. Вратарь, безусловно, великолепно стоял. Гол! На профессионале! Вот это да! Руни повел в счете! Вывел вперед команду! Вот это да! Хотя он тут не похож. Он больше на Клеверли похож, да? Ну ладно, это не важно. Посмотрите, какие у него ноги накачаны, да? Хорошая прорисовка тут вообще мне прям нравится. Люблю еще эту форму белую. Давайте посмотрим еще раз. Рафаэль прорывается по флангу. Идет подача. Принимает Руни. Разворачивается и удар просто в ближнюю. Далее ударить. Кассельс не успел. Ну что ж, 1-0. Неплохо. Хорошо начали, прям как в том матче. Надеюсь, я не пропущу два гола и не проиграю. А покажу вам настоящий футбол. Пускай мне будет трудно. Но я уже, к счастью, я уже привык. Как-то начал уже более-менее. Вот за Реал Мадрид недавно играл. В ПС. Выиграл 2-0. Кстати, забил со штрафного. Я, может, выложу на своем канале гол со штрафного. Итак, Нани. Нани идет подача. Ну, как-то я, наверное, отпускаю далеко. Поэтому плохие подачи получаются. Надо немножко придержать коней. Ну что ж, свисток дают. Идем отдыхать. Ну, статистика тут за 5 минут, конечно, такое большое не может быть. Ой, я так разочаровался, если честно, когда забили второй гол. Реал Мадрид, это просто, я не знаю, просто я помер. Я хотел, чтобы пенальти получились, там такое, прям интрижка такая, чик-чик. Да, но я так расстроился, если честно. Я, конечно, был, безусловно, рад, когда вышел Модрич, сразу же забил. Такой удар был просто, я не знаю, если вы помните гол Роберта Карлоса со штрафного, помните, как закрутил, вот чуть-чуть, вот мне почему-то именно этот момент чуть-чуть напомнил. Ну, в общем, Чирита, к сожалению, не вышел в этом матче, хотя мог попробовать показать, так как он не раз спасал МЮ, я это помню, просто великолепный игрок Чирита. Все время вытаскивает, не знаю, из трудного положения МЮ. Ну ладно, я еще раз повторюсь, Фергюсон, хороший тренер, сам знает, что делает. И тут пас от Чичирита, но, к сожалению, его не доработали чуть-чуть, 73 вообще, это как-то маловато для него. Можно было бы сделать, ого, вот это красиво. Можно было попробовать сделать хотя бы 78, я не знаю. Остальных хорошо, что сделали много. Тут пас, но пас, к сожалению, неудачный. О, Чичирита! Ну, выходит! Ай-ой-ой, вы посмотрите, как... Блядь, пипец, сука, опасно. Я хотел пас наверх дать. Чуть-чуть ему скатить так. Ой-ой-ой, Роналдо! Роналдо! Но Деге! Спокойно, спокойно катит вал. Так и надо, в принципе. Да. Безусловно, еще Видич. Видич, это просто браво. Я ему хлопал стоя. Пиздец, вот это гол! Вот это гол, блядь! Ё-моё, какао, блядь, ну, на масте. А, офсайд. Ого, Нигер, спасибо тебе. Вы видели, как спокойно Кака забил? Ну что ж, давайте я рассказываю про Видича. Если вы смотрели этот матч, вы помните, как просто, не знаю, угловых три, может два. Он просто, именно он так бил с головы, что я не знаю, ну, мало какой вратарь мог отбить такой мяч. Но, к сожалению... Мяч летел прямо в руки. Не знаю. Возможно, это легко, возможно, это трудно, кому как. Но это просто хороший, просто... Не знаю, мне очень понравилось, как вот он просто... Не знаю, у меня нет слов, как он просто бил с угловых. Мало какой защитник так может бить. Ну что ж, хочу сказать, что забил, ну, Реал Мадриду Рамос. Серхио Рамос. Этот гол был 6000-м, если я не ошибаюсь, в Лиге Чемпионов. И именно автогол это получился у Рамоса. Ну что ж, можно его и поздравить, и пособолезновать, так как он забил соболезновать. Ну, забил в своей команде, да, безусловно, это очень тяжко, тем более в таком матче, и тем более, когда играешь в гостях тоже. Ну нет, справились, ребята. Молодцы. Ну что ж, надо бы забить еще второй гол. 1-0 это... Хотя уже 88-я минута, в принципе, мне и победа сойдет.
Ну и вот Сколс, Руни. Руни, ну нет, не туда Фабио Контрал прихватил. Карик. Видишь, что, вра! Вра! Держи! Нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну это красная. Безусловно, красная. А, желтая? Да ну на. Ну что ж, турок, посмотри. Дал сзади по ногам, Димари. Там выход один на один и желтую мне дали. Ну что ж, ладно. Димари опасно. Это Роналдо. Ой-ой-ой. Вот и свисток. МЮ выигрывает этот матч. Ой, ну что ж, у меня матч более-менее получился нормально. Если бы вот сейчас не... Ну, тут удалили меня, может быть, повторилось, как вчера. Что ж, как матч Уэйн Руни. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.